Слышь, я даже для такого блюда и для такого ассортимента не знаю, как начать. Может, а? Как ковбои, как Зора, как все вот эти вот мексиканские ребята. Конь у тебя есть, в конце концов? Дон Педро вернулся. Так, конь, все нормально. Эх ты. Всем шалом. Друзья, Мараджан выздоровел. Всем привет, с вами Витя Скрипован. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзьяки, да ты шо, мама дорогая. В ринду дал, короче, можем и начинать. Сегодня блюдо будет как? Чили, кон, карне. Карне или карне? Карне, я думаю. Правильно. Эй, чили, кон, карне. Дон таки дело говорит. Дон короче, Педро. Вернулся, все нормально. Он уже, как это, поболел, ребята, и все нормально. Всем огромное спасибо, кто переживал, кто желал здоровья. Всем благодарочка огромная. Ага, а ты пока болел. Короче, пишет мне Алла Борисовна. И говорит, а где пропал Маратик? Я говорю, ну как пропал? Случилось с ним. Заболел человек. Она говорит, так давай мы ему куплеты выздоровительные, короче, пошлем. И накидала мне пару-тройку слов, короче, говорит, исполнишь. Лучше, чем ты, никто ни у кого не получится. А я говорю, а Максим не против? Она говорит, да что Максим? Говорит, был Максим и карась с ним, понял? Эх ты, короче, сидит, кушает карася, а я таки для тебя, Маратик, спою. Я хотел сказать в усы, но там же другие были слова. Я в глаза твои, как в зеркало, смотрюсь. Отражение потерять свое боюсь. А Марат в те три дня сопли до утра по усам гонял туда-сюда, гонял туда-сюда. Ой, не то слово. Марат сегодня чемпион, болезни вставил про звездон. Своё последнее кэ-кэ оставь на стареньком дворе, Марат, Марат, тебя люблю, я без тебя жить не могу. И всё. Никогда нам не болей, а то получишь писюлей. Короче. Я даже не знаю, кого благодарить, Борисовну или тебя. Борисовну? Да я тебя умоляю, Борисовну благодари, Маратик Джан. Всем спасибо, ребят. Все, болеть не будет, мы таки начинаем. Сегодня исполним так, как никогда и никто другой, правильно? Да. Ты что у нас ассортимент? Да оставь тебе идет. А, волосы потеют. Бери с меня пример, елки-палки. Алиночка, ему надо что-то вот такое, только чтобы голова дышала. Ты что, Дон Педро, мама дорогая? Да не, если у нас блюдо мексиканское, как ты говоришь, еще и острое, пусть вот где-то здесь лежит, а? Она же дополняет, елки-палки, как будто бы с нами третий. Рассказывай в трех словах. Ну, это картинка просто, это ты что, я тебе говорю. Одно из моих самых любимых блюд. На самом деле, чили кон карне, обязательно это блюдо должно быть острым. То есть, если вы не любите, вам нельзя острое, то это уже не чили кон карне, называйте его как-то по-другому, там, рагу с овощами. Поэтому называется первое слово в этом названии чили. Да, именно. Это чили, не страна, именно чили. А именно перец. Перец с мясом. Перец. Марат, тебе повезло, что Галкины, короче, не прислали еще посылку, она где-то там гребет, да, по, да, океану, да. А то было бы такое чили, что блюдо просто кошмар. Блюдо должно быть сладкое, кислое и очень острое. Ура! У нас все для этого есть? Все. Эх ты, короче, как режутся кубики, с чего начинается? Ничего не говори, давай просто готовить. Ребята, оставайтесь на канале, подписывайтесь, комментируйте, будьте нам здоровы, правильно? Ставьте лайки. Фу! Я думал, ты сегодня не разговариваешь, как обычно. Чего не разговариваю? Вас слушаю. Хотя это не как обычно. Соскучилась? Заслушалась, ну да, в вашем дуэте. Ну слышишь? Иди засосемся. Засосемся? Ну такое сделаем там. Сделаем обязательно. А что, в Мексике не целуются? Марат, Джан, что делаем? Короче, в этот, всю эту красоту, чеснок, перец, лимон, консерв, мама дорогая, сколько, так я этот пирамиду Эфиопса разбираю, она нам по итогу пригодится. Давай, а что туда, эквасоли? Что тебе дать? Половинку мяса? Половинку мяса. Вот. Ах как, ты, как, моя иголочка. Как я нарезал морковочку. Так же ты и нарезал лучок. Плюс-минус так же мы будем резать и перчики, так же будем мелко резать мясо. Кто-то не заморачивается через большую мясорубку, крупную, но мы заморочимся. Я тебя умоляю, у нас есть чем жевать, да. Как это. Так что все будет нормально. Слышишь, ну ты и кусочек сегодня урвал, просто вообще мясо подходит. Шедевр. Любое, но я взял вот антрикотик, чтобы было вкусно. Говядина, Марат? Да. А можно свинину? Катюша, а ты когда перестанешь Нет. такие вопросы задавать, потому что ну, это точно свининой не пахнет? Я вижу, что это говядина. А, так ты сказала, я Марат, это говядина. Я спросила. Это ты... Говядина нужна для этого блюда? Он говорит, мясо любое. А, извините, я вас не понял. Я имею в виду любую часть говядины. А, вот то понятно. Есть, если мясо более жесткой части, просто готовится дольше. Все. Так что я не зря уточнила. А я вообще не знаю, может там у них в Мексике только лошади и коровы, елки-палки. Может у них там в принципе нет ничего. Марат, вот так я сделал, как ты. Потом немножко развернул. Еще разочек, давай, еще разочек.
Что тебе что-то еще напоминает? Разочек. А ну, еще разочек. Слышишь? Не, короче, я понял. Смотри, вот это вот так вот ляпало, когда мы с ней познакомились. А, да? А вот это ляпает. Нет. Сейчас тоже так ляпает. Все нормально. Ты так, что ты врезался уже, ляпочек? То вот я так, тебе да? расскажу, как было, когда мы с тобой познакомились. И как сейчас. Ждите комментариев. Я не могу успокоиться. Пусть я и лошадью буду. Недаром я ему спел, что я его люблю. Марат, Марат, тебя люблю. Жить без тебя я не могу. Или с оператором не хочу. А короче, ладно, ёлки-палки. Сережка. Это тоже мне, что-то... Короче, да, я буду за Маратом подсматривать. Давай. И делать то же самое. А мисочка у вас есть? Есть, Маратик, мы же подготовились, елки-палки. Ты шо? Ну все, погигикала? Нет, еще не могу успокоиться. Как Елисей сегодня со школы пришел, говорит, я замечание получил. Да уже смеялся. И не мог, и не мог успокоиться, потому что мальчик, когда читает, похож на обезьяну, он мне говорит. Мама говорит, мне просто было очень смешно. И каждый раз, когда я на него смотрел, я опять смеялся. Вот Сережа. Точно гены. Один я серьезный в этой семье, ты понял, Марат? Да. Самый. Ну, самого. Ой, все, серьезнее не придумаешь. Теперь буду молчать. Да нет, уже смейся. Теперь я буду молчать. А ты что, обиделся? Так, Марат, ну пленочку, короче, как всегда, зачищаем, да? Что-то лишнее убираем отсюда. Мурак, иди, а родненькая. Спит себе ребенок на диване. Чё твой выход. Трогаешь? Так, ну, а что, теперь уже кушать нельзя? Ну вот. Идет. Смотри, он. Яблоко. А коты от меня просто не отходили. Лечили? Тоже тебе куплеты пели? Лечили меня, да. Сразу легче становилось. Ага. Марат, ты пока болел, я уже там огород засадил по полной программе. Елки ты палки. Я уже хочу это видеть. Ага, и перчик там, и огурчики есть, там и каунчики, и дыньку посадил, и вот сейчас помидоры случатся, все будет нормально. Класс. Так ты мне больше не болей, а то мы и помидоры без тебя съедим. Ну и в баню. Ну, кстати, Марат, знаете что? Что? Надо зайти к Владу в магазин, забрать там из Кишинева, передали бутылочку вина и бутылочку коньячка. Ну, вообще без проблем. Мы, ребята, благодарочка, ёшкинко, специально для вас. Обязательно зайду. У-у-у! Бутылочку коньячка. А тебе штиблеты новые не надо? У Влада там, кстати, приехали. Блин, какие они легкие. Мурка, дай погонять тебе. Мне бы старые сносить. А они неубиваемые. Вот как так бывает? Это Света куда-то запрятала и уехала, я не могу найти. Опять поэтому одел свадебные свои. Да, отдел. Не, ну ты настоящий Дон Педро сегодня. Старые, любимые, да. Я, если не ошибаюсь, ты в этих, короче, когда мы к Васильичу ездили, и ты в них зашел на пол горы и сказал, все, я дальше не пойду, потому что у него подошва тоненькая, камушки больно, короче, ну не с привычки не привык. Я вам сейчас расскажу историю. Постараюсь быстренько. Ну, нормальная, камеру не выключать? Нет. Катюня, снимай внимательно, будет залипательно. Абсолютно нормально. Как я познакомился с этим блюдом, это вообще удивительная вещь. Юра Лещев, привет тебе, дорогой, большой. Он, короче, привел ко мне своего друга вечером, поздно вечером уже, с сыном. Друг англичанин, может даже шотландец, точно не помню, но много лет проработавший в Техасе, бизнес у него там был. Ну, уже юбку не одевал, короче. Нет, ты да. просто догадался, что... И, короче... А мне нечем их кормить, у меня из еды только гороховый суп с копченостями. И, короче, этот англичанин просто с ума сошел от этого супа. Он 3 тарелки съел, выпили мы виски хорошую порцию под это дело. И сначала Юра как бы переводил мне, чтобы я мог общаться с ним, потому что английский у меня такой себе. А потом, после пол-литра этого виски, уже перевод не нужен был. Я пошел показывать ему коллекцию ножей. Он тоже такой же помешанный. Ага. На ножах оказался. И он мне начал на английском объяснять, что он, его любимое блюдо в Техасе, когда он жил, это вот это чили кон карне. То есть первый рецепт я слушал на английском языке. Под вискарем, елки-палки. Под вискарем, да. А так и лучше всего запоминается. Поедая гороховый суп с копченостями. Так что вот такая вот история. И очень подружились мы с ним. Он потом неоднократно приезжал в Израиль. Такой очень приятный человек.
И как там с ним находили язык общий, без моего знания английского языка? Да я тебя умоляю, не в этом счастье. Главное, чтобы человек был хороший. Да. Да. Ножи он мне присылал с Америки, шикарные. До сих пор ими пользуюсь. Хороший человек. Замечательно. Так, короче, я от тебя не отстаю и делаю, в принципе, все по-шотландски правильно. Мурочка, мясо тебе дали, да? Ты рыбку хотела. Девочка. Кс-кс-кс-кс. Мурочка. Ты не любишь мясо. Оно быстро готовится? Когда все нарезано, в принципе, да, Кать. Ну, я знаю, минут 40. Так, слушай, тут только мясо проготовить надо, оно с такими кусочками, что, в принципе... Мелкими, да. В большом казане будет? Да. А мы уже, Катенька, в другом и не умеем. И не умеем. Спасибо афганским казанам. Елки ты палки. Не, ну, такую радость подарили. Марат, хотя ты уже знаешь контакт, может, кому надо, так я вам скажу. Вот тебе афганские казаны, звоните. Как подсказывает опыт, едут по всему миру, правильно? Мне, конечно, было удивление, что люди в Америке такого не имеют. Или где-то там, аж, мама дорогая, где? Заказывают и в Израиле, и в Италию. И заказывают, да, и летают, слава богу. Так что полный порядок. А я что хотел сказать? А ты знаешь какие-то пару слов? Не запомнил ты у шотландского мексиканца по-испански что-то? В Мексике же по-испански шпилят. Как? Оля. Да, только я. Дон Белемора, брависсимо, Дон Педро, Хулио и тетя Сара. Все там, короче, все, да, были замечены. Ох ты что, прямо какой-то сериал у нас. Я мексиканский. Люблю, на самом деле, это блюдо, но... А я еще ни разу не пробовал. Вот сегодня попробуешь. Оно должно быть острым. Обязательно, ребята, должно быть острым. Тут именно оно на контрасте вот этого сладкого перца, морковки, кукурузы, фасольки и острого перца. И еще кислинку даст нам томат плюс лимон. Ну у них вообще кухня, она такая вся острая. Да. Вся интересная острая. А у нас из интересного острого что? Ну вот есть, короче... Ну тут можно играться чем хочешь. Дедушка этот венгерский, это очень пишта. Это что? Прямо эрош пишта. Это очень острое. Главное, чтобы вы не испортили. Есть сып... Катюня? А. Главное, чтобы ты нас не сбивала. Чем больше перца, тем вкуснее. Вот это 50-й левел. Это очень вкусно и очень острое. Это вот маньяк... Баланс соблюдать. Маньяк-пердак какой-то, берегись. Да, вот пердак, это очень тоже 30-й левел. Немножечко поспокойнее, чем вот тот порошок, но... А самый высокий левел это какой? Это который нам летит. Это который Галкина нам пересылает, который летит вот это вот, как он там, короче, вот то, что бешеное, 9 миллионов сковили, ой. Альберт сказал, ребята, когда приедет ваш соус, я возьму отпуск на неделю и приду его дегустировать, да. А я сказала ребятам, что мы каждую дегустацию будем снимать на видео и им лично отправлять. Все те, кто будет пробовать? Да, ты первый. Да успокойся, тебе что, уже не нужен? Нужен, но ты же хочешь такое себе, острое. Ну ты какая-то злая, сеньорита. Я тебе скажу, что я злая. Чего? Что ты там ей? Не все тюльпаны посадил с пионами? Да она мне теперь, Марат, я даже тебе не буду все рассказывать. Ты что, мне сделала такие нервы? Мы же были на базаре, снимали там обзор. Имел что слушать до следующего дня, чего мы не купили у тебя пионы, которые там лежали. Пошли мы покупать тебе пионы, накупили еще целую кучу всего. Сегодня звонит ей телефон, спрашивают, куда отправлять. Она говорит, отправляйте вот сюда, на 27-е отделение, как всегда. А ей говорят, до скольки килограмм отделения? Ну, до 30, короче. Ну, 30 килограмм больше не берет отделение. Угу. Они говорят, нет, давайте нам другое, грузовое. И на четвертое. А говорю, а что там едет? Я говорю, чуть-чуть пиончиков заказала. Я говорю, чуть-чуть, что 30 килограмм не приняла отделение? Ё-моё! Мне что, на автобусе ехать за твоими пионами? Не знаю, поедешь на чем-нибудь. Дело не в килограммах, в габаритах, понимаешь? Там всего 7 кустиков, Сереж. 7. Так это нет, немного.
Почта принимает в килограммах, а не в габаритах. Нет, и в килограммах, и в габаритах. А, да. Не надо умничать, там все равно будет тяжелое. Ну, заберешь. Еще раз говорю, 7 кустиков, это немного. Не кустищев. Я понимаю, что такое 7 букетиков. А 7 кустиков, я просто не знаю, каких размеров. Так под кустиком еще там 20 кг земли живет. Ну, с корешками. Ну, наверное. Наверное. Тебе пора уже, как это, уже понимать. Понимать что? Ну, эти дела садоводческие. Так я и понимаю. Вот не только зовут. Перед зеркалом вот это вот губы массажировать. Здрасте. А что же не делаем? Делаем. Да, он Леночку спасите, она вам больше расскажет. Устроить, да. Не, Мараджан, ну мясо бесподобное, елки-палки. Да. Целиком туда не кидают, а кидают именно по чуть-чуть, да? Да. Я понял, да, чтобы каждый кусочек проникся перцем, чтобы это все именно было насыщено, должно короче. Быть, должно быть. Что ты ржу? Что? Я, говорит, тебе сейчас убью, я тебе хвост оторву. Смотришь на эту собачку. Мы, расскажи, потому что никому не смешно, мы не поняли, я зачем. Я стою и слышу, женщина, которая за банкет спрашивала, она говорит, я тебя сейчас убью, хвост оторву. Я поворачиваю голову, а там идет вот такусенькая собачка с вот такусеньким хвостиком. И хвоста, по-моему, у нее уже нет, у этой собачки. Ну, я думаю, что уже как не первый раз уже кричит женщина. По породе. Не свойственно. Прям все такое меленькое, так, да? Маратик, ну да, все как... Оно жирное, Марат? Нет, оно не жирное, оно такое соусообразное, такой густой соус получается. Вы будете крахмал добавлять? Из овощей никаких крахмалов, ничего. Боже. А это не блюдо, а чистое здоровье. Мясной такой себе эликсир. Ее зовут Сара. Тебя как зовут? Ульяна, вот такое красивое имя. Марат, перец весь или ты взял, чтобы просто, чтобы было? Или... Желтый весь. Ага. Вот этот желательно. Шушка, я не знаю, как у вас называется. Шушка. Какой? Вот этот, длинненький. Перец острый? Не, он не острый. Да, вот Катюня, об него уколоться можно. Я за это говорю, что острый. Поняла? Ну, длинный, тонкий, острый. Что не достал? А название у него какое-то по-любому и есть. Ульян, кого ты ищешь? Так, скоро у нас свой перец будет. Что ты там потеряла? Лапу нашла. Бутыль. Какую лапу? Это Мурка не доела. А. Вот тебе, а. Еще дай. Еще перец? Этого. Красного? Держи. Забери тот. Ты моя помощница. И в судьбе моей я люблю тебя, как любят в жизни раз. Будто солнце в мире не было до нас. От забот и мелких ссор ты меня увел. И ключи от счастья для меня нашел. Для меня нашел. Любовь, похожая на сон. Сердец хрустальный перезвон. Твое волшебное люблю. На лирику потянула. Я тихим эхом повторю. Любовь похожая поменял на дислокацию. Сон. Ага. А он еще не поменял дислокацию. Земля, все. Мы ему петь не ставим. Так а что, пусть поет. Да ладно, ваши вот эти вот разговоры ни о чем, ешкин ты кот. У нас разговоры под твою песню, Сережка, представляешь? Ага. Дай-ка мне кусочек, раз уж такое дело. Долю с маком. Спасибо, любимый. А не песни вам под разговоры. Ты назло ему делаешь, да, люди? Сейчас все оценят. Ну, другая бы воспитанная, как прижала бы губами этот перчик аккуратненько, подержала бы, да и нет-нет, вернула. Это сразу именно мне пишут, дала, жуй, Катюня, аж жуй. Больно стало. Дала, аж больно стало. Ой. Еще и куплеты. Я выключаю. В голове. Кого выключаешь? Камеру. Фильмоскоп? Да, жевать буду. Не, ну раз люди пишут, так жую, елки-палки, я просто... В отличие от тебя, не все успеваю прочитать, но когда ты меня читаешь, аж прям бальзам на душу. За душу берет, да? Люди без ее смеха такие не могут. Такие комментарии. Даже. Есть такие, что кричат, Катя, смейся, чем больше, тем лучше. На смех подсели? Да. Короче, попались на эту же удочку, я тоже на это клюнул. Ладно, ну ничего.
Все нормально. Так, ну что, вы за сорта перца поговорили, но ты мне не сказал, сколько мне надо. Я желтый, я весь уработал, длинненький. Я думаю, вот этих... Ты мне просто накинь сюда, сколько мне надо врубить, а я так и сделаю, как ты сказал. А, я жемкоговоритель не выгуливал. Я в глаза твои, как зеркало, смотрюсь. Не-не, я в усы твои, как зеркало, смотрюсь. Отражение потерять свое боюсь. Не хочу, чтоб ты лишь гостем был. Сумраки ночей и судьбе моей. Присунуло мне, понял? Тебе перец вываливается из этой елки ты палки. Хозяйка ипподрома. Мягенько. Так. Перец я почти уработал. И начинается мое любимое пение. Абдулла, поджигай. Так вон Изя вместо меня поет. Ты видишь? Скоро Изя на улицу поедет. Вы меня? Ну как поедет? Немножечко подъедет. Что ему там? А мы домой купим таких птичек? Канареек? Да. Нет, кеноров. А кенор и канарейка, что, в чем разница? Ну канарейка это девочка, она не поет. Поет только мальчик. Да. Ладно. Как в вашей семье, собственно. А у нас, Марат, знаете, что случилось? Точно. У нас дети родились. Кеноры. В аквариуме. Канарейки в аквариуме? У тебя лохматка что-то вниз смотрит. Припудри, елки-палки. Нет, я говорить стала за канареек, а потом вспомнила, что у нас рыбки? Маленькие рыбки родились. Да, короче, да, именно в аквариуме родились рыбки. О, это знаешь почему? Потому что тогда это вот погибли немножко. Это компенсация. А, ну по-разному бывает. Да, расскажи, как рыбка себя ведет. Она вот так вот. Если подходят другие, тогда она вот так вот. Осторожно. Она защищает малышей. Малышей. А что, мы не на сабере сегодня? Сережка, готовить будем. На казане. На афганском, на манганском. Маратик, ну как тебе борщ зеленый? А все, наверное, думают, потому только что говорили и не передали. Все оценили, и Марату тоже досталось. Трехлитровую банку. Эй, красавчик. И после этого поправился, понял? Мы же это зелье и готовили чудотворное. Вот я так и знала. Специально для тебя. Что именно? Что вот так нужно именно обязательно поправить здоровье, Маратик. Только так я был не против. Большого, ну посмотри на меня. Что? Что? Опять цепляка это висит на носу. Что ты показываешь на весь мир? Что говорю? Нет, я посмотрела, какого цвета твои глаза. И что? Ну, уже не такие голубые, как бы. Глаза твои, как в зеркало, смотрюсь. Так ты мне должна эти песни петь. Знаешь, что она сказала? Были уже не такие, как есть? Уже не такие голубые, говорит. А ей уже и этот, и тот не тот, понял? И этот не тот. Нет, Сереженька, пока еще тот. Все нормально. Значит, я не жалуюсь. Все, мне уже не нравится. У меня была знакомая, у нее глаза менялись вот утро, день, в зависимости вечер, от позы? А в зависимости от освещения. Ага. А тебе бы только были в зависимости серьезно, от позы. Серьезно, вот меня. Не, ну может сидит человек в кресле одни глаза, встало, другие. Шо? То зеленые, то серые, то голубые. Вот так у нее было. То бесстыжие. Бесстыжие всегда у нее. Да? Ты что, там масло надо будет там что-нибудь или что? Немножко масла, да. Немного. Как раз немножко у нас есть. О, Ефимыч, удобно? Это ж, это агрегат вечный, елки-палки. Я так... Все, я на барахолочке нашел, да. Долго мы охотились и таки нашли. Марат, чуть-чуть этого сока или еще сбегать? Ну, я думаю, что надо. Казан-то не маленький. Еще немножко. Я сбегаю еще. Давай, у нас этого масла, как у того кота Матроскина. Давай, давай. Даю. Ой. Марат, ты видишь, как изменилось, елки-палки? Ты пока чуть-чуть болел, прямо купол такой получился. Все посмотри на это. Такое классное, все лес цветет. А ты каштаны эти. Вот, какое небо голубое. Да. Какие красивые. Панталоны. Листва. Ой, Катя. Извини, Сережа. Я прям сразу. Отлипни, пожалуйста. Как ты так показываешь? Да не, ну так же не можно меня трогать. Мы же в прямом эфире, елки-палки. Успокойся, потерпи до вечера. Дотронулась так. Ага. За плечико. Ох, Марат, пошел процесс. Я что хотел сказать? А ты заметил этот
момент, что после того, когда мы попробовали этот наманганский казан, вот такого размера, что даже маленькие легкие блюда не хочется готовить уже в казанчике поменьше. Да. Но тот казанчик, который у тебя там возле дома, он просто фантастический малыш. Просто я его очень люблю. Но это, конечно. У меня вообще рецепт созрел, что пацанам-строителям борща приготовим вкуснейшего. Красненького? Ну, обязательно, конечно. Зеленый я уже готовил. А я вообще хотел сказать, может, в афганском казане борща готовят? Именно в афганском. Как, если... Почему нет? Вот если накидать все, капусту, там, буряк, туда мясо закрыть 10 можно, минут. Холодец получится у вас в вашем случае красный? Нет. Я думаю, все-таки свеклу мы сделаем отдельно, и в последний момент мы заправим его. А все остальное можно. Ничего не понял? Ребята, за горами борщ в афганском казане. Именно в афганском. Ой, как раз есть аккуратненький 10-литровый, мы его еще ни разу не пробовали. Супер. Его и передали оператору, чтобы она на нем готовила, так что... Вот всем, она всем... и будет. Не, мы приготовим и скажем, что она приготовила. Я стенами, Марат, занимаюсь. Понял. А борщи не женское то это дело. То есть по строительству? Да. Штукатурит она у меня больше, да. Что, ну там уже нормально все? Это должно быть шкварчать или как? Или отстреливать? То есть сначала должно быть горяченькое, да. Хорошо. Что, перец острый? Ребята, немаловажный момент. Оператор, идите сюда. Это не... Что ты стала, как это, елки-палки? Облокотилась на сабер на твой. Руки в карман. Как неудобно, как будто в одолжение делаешь. Сделай так именно, чтобы именно AI было. Послушай. Все? Я сама знаю, как мне делать. Это мне просто не нравится. Пусть тебе не нравится. Дайте перец укусить. Маратик, ой, что это такое? Об кеду ударился. Сколько? Три, давай для начала три. Два красных, один зеленый? Мы его сейчас сразу вместе с луком пустим, он потеряет где-то 30% своей остроты. Хорошо. А потом мы уже будем играть с остальными вещами. Ты пробовать будешь? Давай. Какой? А как режется? Так же кубиками или помельче? Мельче. Вот примерно как я чеснок лупнул. Да, вот так. А какие ж тут кубики? А ну, выбирай себе любой ободочек. Да. Это же кружочки, Серёж. Ладно, хорошо, пусть будут кружочки кубиковые. Ты что, кружочки с кубиками перепутал? Не умничай. Что, Марат, скажешь? Пока вообще не острый. Так вам не надо все. Ближе к середине сейчас попробую. Вы с семечкой берите. Что? В семечке вся острота. Перец продул, слышишь? Слабенький. Марат. У нас есть усилители. Есть. Лупи весь. Ну, хорошо. У него что-то хоть есть от острова? Да, или просто название? Вообще название. Обмануло. О! Зеленый, да. Пошло. Зеленый. Ух! О, не обмануло. Потому что надо всегда пробовать. Ты будешь спрашивать острый, тебе будет острый. Ты будешь спрашивать на базаре, как я оператора всегда учу. Что ты, ай-яй? Ай-яй-яй, тоже мне. Не, ну красный вообще был сладкий. А... Ну, надо берешь и просто там как это, может, кусочек лизнул и понимаешь. Может, рецепторы чуть-чуть не, восстановились. Нормально, да? Да. Там же, слава богу, не короной болел, ё-моё. Так что дым идет, все нормально. Болел. Ну, что ты. Так, и зеленый второй я бомблю. Да. Все, и красный тоже этот весь. Бомбли. А где мое розовое вино? Ты обещал мне его открыть, показать. А, кстати, Марат. Ну, розовое не от слова розовое, а розовое из роз. Чайные розы сказали, что очень вкусное. Вино очень из роз. Я пил без вино сахара. Из роз в Молдавии, очень популярно оно, его делают. Вкусно? И оно обалденно вкусное. А я тебе привезу вино из клубники. Серьезно? Да. С Израиля? Нет. Откуда? С Херсона. Херсонская? Ты что, так в Херсоне клубника Израиль завидует? С кетчупом попробуем. Папа. С кетчупом? Что? Я, конечно, беру вот этот перец... Тот, который ты мне утром сегодня приготовил закуску из перца? Не утром, а вечером. Я же лизнула, бегала по дому. А, это было вечером? Да. А бегала ж до утра? Да, вчера Елисей, когда этот перчик маленький, купил сам недавно. Нарезал мне вот так вот, понял? Достал специи, присыпал, говорит, папа, закуска готова. Я говорю, ты это пробовал? Нет. Короче, берет он перец, лежит и... молоко, кефир, давай что-нибудь, короче, и гоняет этот, быстрее, чем наш Моня и Беня. Не, Марат, мне все нравится. Дым красивый, казан уже блестит. Что туда подкинуть надо? Лук. Лук. Луковичку? Лук. Ляп? Ну, смотри, как нежно начинают бульки идти. Почти. Еще чуть-чуть подогреем. Ну, очень-очень-очень-очень даже не агрессивно и правильно. Смотри, всплыл, равномерные булечки. Как будто бы именно баттерфляем он. А ты знаешь, гасает. Что баттерфляй?
Можешь не переспрашивать, а говорить именно да. Я знаю. Бабочка. Я тоже знаю, мне просто интересно. Ну, что, бабочки что, угорелые, елки-палки? Это же не воробей. Бабочка, это как бабочка, это прямо как наш лучок. Я сказал то, что я знал, а не просто слово, выдуманное из мексиканского лексикона. Сара, тетя Педро. Это сегодня, как это, дерзкий. А да. Имею на кого равняться. Марак, чтобы я ничего не перепутал. Лук, чеснок и перец, правильно? Да. Ну, Чиполлино, вперед. Понеслась. О, ты шо, все остальное было прелюдией, а это именно то, что доктор прописал. Начало шедевра. Как ты, Катюня, эти звуки, шо виртуозно? Мисочку поставил, мне понравилось. Да никто же этого не видел, поэтому не оценят. Ну, я увидела, оценила. Так, чесночок. Она, знаешь, как меня выбрала? Я ее по смеху. Угу. А я по перчику. А я... Тогда она еще этого не знала. Только поэтому, Марат. Да не, расскажи, ты правду, хватит кашлять, елки-палки. Какую правду? Не, это я когда в ресторане работал, понял? Угу. Она стояла там где-то там за окном и подсматривала, как я обслуживаю людей. И вот и, когда увидела, говорит, не, это, говорит, мой. Ну, вот, это, говорит, мой перчик. Ну что, правильно сказал? Угу. А? Угу. Да не угукай, ешкин кот, скажи да. Я застеснялась. Вспомнила, Кать? Да. Кого ты решила обмануть? Ты и застеснялась. А что? Ох, Марат! Угу. Тут еще нет мяса, но это уже очень приятно. Ты шо, чеснок, перец и лук. Ребята, для шедевра много и не надо. Ну и опять же, хороший казан. Все, у вас получится по-любому. Вы соскучились за ним? Я очень соскучился. А, это ты к Марату на вы, я думал, ты к нам на вы. К вам, к двоим, к двум. А, ты же недавно только борщик готовил. Да что ты шарпаешь от меня? Я почти... Вот сейчас я его не забуду. Да, это ребята, благодарочка. Позже, это наши любимые родные подписчики. Я сразу открою, чтобы его не забыть, потому что опять возьму и не добавлю в этот шедевр. Дай это мне. Были у нас ребята. Если я не ошибаюсь, киевляне, да. Но привезли его из Франции. Ого, Сережа. Каким-то вот прямо это, шоколадом, да. Штырит, ты понял? Чесночный, а какой шоколад. Какой, вяленый или какой? Печеный. Обалдеть. Именно такой печеный? Такой прямо яркий-яркий, да? Что, прямо два? Запах. Нет, классный. Один, не перерасходуй. Марат, скажите один. Так, два. Два. Еще мы красавчик вместе, ты мой. Вместе с вот этим молодым еще бахнем. Недаром я тебе песни пою. Мешай, помешивай. Катюша, надо менять позиции. Я тоже так считаю. Ты сегодня вот это... Я тоже так считаю, что тут она облокотилась, там она облокотилась, короче. Можете креслокаталку подкатить, елки-палки. Спасибо, Господи. Вот тоже мне. Я и говорю, там, снимай, короче, за всю Одессу, чтобы это было... Я снимаю. Прямо шикардосом. Смотри, ой, у меня слова путаются. Я хотел сказать, Марат, смотри. Какой запах. Тут надо, ребят, конечно, дай людям по аромату разок, блин. Ребята, ловите. Не, ну как это бесподобно по стеночкам гасает. А раньше был такой аттракцион, помнишь, в цирке? Ага. Железный шар, заезжал туда мотоциклист и вау-вау-вау-вау-вау-вау, ё-моё. Вот тебе ассоциации. Ой, как вкусно пахнет. Чтоб ты ещё это ел, то было бы вообще нормально. Помешать хочешь? Я боюсь. Чего? Длинная ручка, иди сюда. Стань, главное, подальше от казана. Давай вот так вот. Все, и аккуратненько, аккуратненько. Видишь, оно само в этом казанчике получается. Главное, подальше держись от казана, и все будет нормально. Он тебя не обидит. Все, скажи ему спасибо. Спасибо. Сайонара, буэнос-айрес. Марат. О, Марат. Шо, тот турок, короче, да? Пока не солим, ничего не делаем, ребят. Ну, а мешать я его сейчас могу? Просто распредели, не надо мешать пока. Дай ему пару минут. Хорошо, Дон Педро. Сделаем, как ты любишь. Ай, как равномерно, ай, как равномерно. Так, Марат Джан, дальше говори, что мне делать, пока, чтобы я не простаивал. Перец. Попозже, я понял. Позже. И морковка тоже туда же. Морковку тоже позже. Хорошо. Что там? Что идет из специй? Самое главное.
это зира. В Мексике очень любят зиру. Больше, чем в Узбекистане, поверь мне. Верю. Орегано. Это из основного. Черный перец и немножко кориандра. Все. Работайте, сударь. А, так не, короче, я понял, к чему ты клонишь. Короче, надо долбить и с интересом. Насыпай мне сколько надо, а я буду... С перца давай начнем. Так, перца сколько? Вот так. Жменечко, да? Да. Ай-яй-яй. Это что? Это орегано. Добавь сюда мне сольки, чтобы лучше долбилось, да. И зиру сразу можно сюда, куминчик. Посолил. Да, вот так. И примерно столько же кориандра, даже чуть меньше. А я что, его не достал? Вот он. Так, а, ладно. Будет долго, вот так вот приоткрою и аккуратненько достану. Для себя я нашел. Вот. Да, Миша, я только заморал. Все же у нас... Ничего не поменялось, пока тебя не было. Так. И кориандр. Можно не прям хватит. Я помню, все нормально. Сейчас я только перчик раздавлю, все остальное рядышком будет. Ничего себе. Что там? Слышишь? На чекапули похоже. Кстати, не за горами. Да, уже зелень. Сезон, сезон. Вот-вот. Хоть бы Альберту позвонили, сказали, что приходил на дегустацию. А я сейчас позвоню. А позвони. Всем мексиканцам города Одессы позвони. Дон Альберт, Дон Марат. И Дон Липован. И Хуан Карлос. Нет, и Хулио Иглесиас. Только Марии не хватает, или как ее там звали? Они морелен ми курасон, они морелен ми курасон. Ай-яй-яй-яй, они не могут, они морелен ми курасон. Все. Оленевод ты поешь? Едем, а? Оленевод? Какой оленевод? Мне показалось, ты поешь оленевод. Балда, я перевода не знаю. Не боли контору. Я говорю, бросаю карасей на гастроли, в Мексику поеду. Азорро только чего стоил, ё-моё, вот в этой шляпе. А чё, так здорово, каждый день ждёшь серию, ага. Смотришь, ждёшь следующую, опять Боже, смотришь. На улице всё умирало, ни людей, никого, все смотрели. Жизнь останавливалась, ага. На время. По пятницам Чип и Дейл. Твин Пикс. О, ты. Это по вечерам, это если сильно родителей упросить. Вот что я не смотрел ни одной серии, так это Твин Пикс. Надо наверстать, слава Марат. Эй, Марат, посмотри. Все, ты ж, я вижу, что все, я уже по запаху понимаю, что все. А как оно ароматит, просто, ребята, ловите по аромату. Это не специя, это просто какой-то шедевр. Марат, я могу? Можешь и вместе с морковкой. Тьфу ты, елки, одновременно, у меня же одна рука. А ты попробуй. А ты одно специя вся пойдет? А? Специя вся пойдет? Давай сначала половинку. Будем пробовать. Отлично. Придумал. Ты так хотел? Да. Я так хотела. Посыпай. Еще немножечко. Усё, иди мешай. Чили. Кон карне. Марат, я могу заниматься консервами, да? Вскрытием. Скажи мне там и квасоли, и кукурудза, вот все, что ты взял, все нам надо? Да. Даже будешь посчитать, ну 3 кукурузы, 3 и 6 квасоль. Там баночки по 200 грамм. Я понял.
Помидорки какие должны быть? Это что? Очищенные, но целые. Я просто взял целые, не хотел долго ходить с этим всем, тяжело было. Не, а я думал, может, подешевле? Не, носить тяжелее было. Так у нас есть чем их измельчить, я тебя умоляю. Да, сейчас будем дальше. А может, целые тоже? Не, нет, целые много. Тогда можно было и целый кусок мяса, и целые перчики, и целые там все остальное. Мы же там открывай банку, Сережка. Вот она меня не любит, видишь? Я сегодня в таком образе просто. Когда она в другом? Вот я хотел сказать, у нас есть хоть из... Марат, вы-то куда? Из 800 видео у нас хоть есть одно, когда ты не в образе? А ты как хочешь, чтобы я утром просыпалась. Любимые тапочки, любимый халатик, любимый чаек тебе. Как ты себе это видишь? Зачем утром? Хотя бы вечером с меня ты снимай, елки-палки. А не оставляй меня на диване, на кухне спать, как одинокого. Вчера опять меня там забыла. Забыла? Да. Сидим вечером, ничего не делаем, понял? Такое бывает? Ну, вчера было. Разговариваем. Да, разговариваем. Тут Миланя проснулась. Ну, Катюшка ушла там ее прибаюкать. И я сижу и жду. Утром просыпаюсь от того, что шея не работает. Одетый, на диване, и понимаю, что я... Все. Как это? Хочешь мне... Не дождался. Убить друга? Марат, я его 3 раза поднимала. А, да? Да. Ну, не стыдно? Нет. Никак. Ребята, вот мне за нее, стыдно. Моргни, если я тебя, если я. Марадик, Катюша, я могу на тебя ляпнуть. А ты мне дашь помидорку? Кровавую Мэри вот эту? Конечно, тут помидорка, кстати, много нам. Все. Все не нужно? Все не нужно, да. Покажи. А вкусные какие, ой, мама дорогая. Да. Ну да. Настоящие пальчики, пальчиковые, пелати, итальянские или испанские. Что? Ты? Помидоры очищенные. Это наши родненькие. А вон, Украина, итальянские. Конечно. Вот как дал бы тебе разок. Но лучше в рынду. Леща. О. Тоже итальянские. Ты Донна Беля Мора. Угу. Катюня. Хорошая штука. А ну тихо, обороты. Чпок. Не, подожди, я же вот принесла вилку, себе целый помидор взять. Зачем мне эта твоя каша? Стой. Что? Тарелочку тебе, надо. Тебе влезет все это в рот? Мара, дай ей вилку, пожалуйста, дай ей ложку, дай ей вот то, чтобы после этого осталось мне здесь все чистое. Я уже хотел сделать красиво. Ну, конечно, ты уже прям... Смотри, у нас тут дискотека. Марат, ложка. Красивейшая. Марат, я имел в виду тарелочку. Вот вы, ребята. Да, красиво. Марата надо после болезни в санаторий отправить. На меня. А тебя за компанию. Слушай, это что-то нереальное. Это бесподобно вот то, что я люблю. Ты видишь, я на самом деле это придумал еще до французов. Когда запекал и кидал в уху. Угу. Но кто-то еще, как это, то ли это из моей ухи его выловил и высушил. Это называется... Или наоборот, до ухи не донес. Так, подожди. Еще Катя. Одну. Еще. Марат сказал, что это тебе лично. Хорошо, зачем это людям знать? Что ты там это делаешь им неприятности, чтобы люди сейчас перематывали этот момент, ешкин кот? Ну, набери ты себе на грибе, сколько ты любишь, чтобы мне было не стыдно. А все остальное я могу уже там не знаю. Все время считаю, что это не так было. Марат, хватит? А то же я и томатный сок могу сделать? Да, да, да. Все, так да. Я уже все уработал. Все. Вот ты вибратор хороший. Возьмем домой. Фу. В карман положу. Ай, не мурелен ми корасон. Чтоб не забыть. Ты что, Марат, открывашка угорела, елки-палки, прямо вскрыл все. Стоит. Эй, так, да, ты что, шедевр? Да. И еще раз, ладно, давайте по делу. Давай, Сережка, по делу. Фасоль. Квасольку. Да. Можно прямо с жижей отправлять, да? Фасольку с жижей. Ага. Ну, там есть немного от кукурузы, чуть-чуть, что мы будем аромат пускать? Тоже, я думаю, все. Ладно, все, хорошо. Придаст сладости нам еще больше. Вот теперь очень важные моменты. Вустерский соус. Да. Марат говорит на 3,5 килограмма мяса, ложечек 5, правильно? Ложечек 5, да. А я в 4, может, 3,5 добавил. Да, с этим нельзя переборщить, ребята. Кто-то, кстати, делает по-другому. Кто-то маринует сырое мясо им. Но я вот так вот люблю больше. Давай, короче, я на глаз плюхаю. Ага. Он рыбой пахнет? Нет. Вустером? До сих пор неизвестны все ингредиенты, которые есть в соусе. Оно это держится в секрете. Mm-hmm. Все, вот так вот. Хватит. Было столько, стало столько. Как раз, как ты любишь.
Боже мой. Марат, что дальше? Томаты? Перчик и томаты. Короче, перчик. Катюня, ну мне в такие моменты непонятно, почему ты там стоишь, если эту радугу надо передавать людям во всей красе, во всем своем ассортименте. Ёшкин ты кот. Стой там, не переживай. Короче, из этой банки покажи, сколько там, чтобы люди понимали. Ну, чуть больше половины мы взяли пока. Да, пока. Сейчас посмотрим. Будем пробовать. Знатная жижа намечается. Угу. Сразу. Что мы делаем? Сахарок потом мешаем? Конечно. Сахарка должно быть, как и остроты, много. Вот прямо хорошее жменя. Марат, заметь, мы еще не солили, потому что что? Будем... Единственная соль, где была, так и была у нас в специях, да. Мы еще сейчас остроту будем пробовать. Все это будет добавлять. Фасоль? Рано. Мешаю. Мешай. Ох, сейчас это будет карамелизироваться. Так, с зеленью? Да. Не рассказывай все, не рассказывай. Там еще есть специальная мексиканская традиция подачи в рот. Ой, Серега, мы забыли эти. Не все, Катюша, так, как ты привыкла, понимаешь? А как я привыкла? Ну, как, а ну-ка, как обычно. Это как обычно? Взяла в руки и всунула. Там немножко культура. Вон, видишь? Все. Вот то запечатанное лежит. Я знаю, или то. Ее надо подсушить. Я говорю, людям покажи, что там есть лепешечка. Что ты такая попробовала. Грамотная, как будто бы только ты меня и смотришь. Марат что-то хотел сказать, мы его перебили с тобой вдвоем. А я про это и хотел сказать, что мы сейчас подсушим немножко тортилью, сделаем типа начосы из нее. Я могу гриль шмяк-шмяк? Можешь шмяк-шмяк и можешь опустить уже чесночок свой любимый черный и наш любимый белый. Целиком? Целиком. Все, нам хватит две конфорки? Да, на да. Подсушить? Да. Пусть нагревается. Это. Эх ты! О, Марат прямо какое-то бесподобие. Шо? Ты хорошую взял. Короче, вот эти два печеных чесночочка, да? Да. Вот прямо раз. Прям как в рис? Молоденькие. Да. Да, такой себе мексиканский зирвак. Прямо вот так вот я даже солнце сделал из этого всего. Марат, говори. Ты хочешь уже попробовать? Я хочу попробовать, да. Ну ты, конечно, взял ложку, я тебе это поварюшка, ну пробуй. Понятно, ты болел, а что, поменьше, ты болел, ты соскучился, ты проголодался, тебе надо, прямо тебе надо. Ай, ми морелен ми корасон, ай-яй-яй-яй, ай, ми нямо, ай, ми морелен, а шо там еще? Надо добавить. Надо добавить. Соль. Соль, остроты мало. Там мы еще не давали, что там тебе два зеленых перца. Да-да-да-дан-да-дан. Я предлагаю начать с деда. Дед такой, Марат, у него недаром усы заворачиваются, так и у тебя завернутся. Где это есть? Сколько? Ну, ложечки три. Давай начнем с трех. Я думал вообще начать с двух, Катюня. Это будет одно из немногих блюд, которые ты не попробуешь вообще. Что это вдруг? Да ты не понимаешь, что вот у меня сейчас, что у меня в руках за термоядер. Тебе сказали три, а ты уже нагрузил. Я три дал. Марат, что вы так... Все нормально. Сыпучего балийского дракона будем добавлять? Давай подождем. Сначала добавь сначала немножко водички, пожалуйста. Эх ты. Опача. Так, а сколько? Регулируй. Немного лей. Ну я совсем немного, просто еще, надо... Еще. Все. Ребят, у кого есть завалялся вдруг дома в этот момент, когда вы готовите чили кункарно бульон какой-то мясной, можно использовать бульон. Но не супер жирный, чтобы был. Правильно. Красиво. Не, я хочу, чтобы сейчас вот эта вот пишта перемешалась. И Маратик, так как ты единственный из нас знает вкус оригинала. Ну, попробуйте. Пусть булькнет. Да я хочу по остроте понимать. Если ты скажешь фати, так я не буду даже напоминать. Если ты скажешь еще, так самое время Марат, уже добавить. Тут. Не стесняйтесь. Передавать все краски остроты. Ну что, дедушка нарядил? Вкусно или еще? Он еще раскроется. Давай подождем. Я же поэтому и сказал. Это не просто баночка, она у меня одна. Давай, ой, как вкусно. Угу.
А будет мало всегда, если он именно... тарелку к себе маньяк добавить. Пердак, короче, вот этот вот дракон балийский. Давай, это надо сушить, давно надо было. Маратик, сушим? Сушим. Так, гриль нагрелся. Великолепно. Так, мы его жарить не будем, да? Надо подсушить. Нам надо подсушить. Ну, типа начосы сделать, знаете, как это. А вот у меня как раз есть для этого дела этаж. О, por favor. Por favor. Por favor. Песня такая была. Это por favor, это кажется... это кажется por favor. Ну что-то с мексиканским. Por favor, Серега. О, por favor, por favor, por favor. Не, ну типа там понял там, и, наверное. Судя по интонации. Тихо. Марат, мы сейчас с тобой такое наделаем. И нам могут поступить заказы от кинотеатров. Если не ошибаюсь, там вот эти вот... мексиканских сериалов? Начосы едят в кинотеатрах HBO. Начосы делают в масле, насколько я знаю. Из кукурузной муки. А у нас будут такие диетические. Прекрасно. Это больше походит. Короче, у нас их много. Надо бы добавить еще размер гриля. Давай-ка сюда. Ани мореллин ми курасон. Так, все, хватит? Хватит. Я накрываю. Прямо должны именно хрустеть или аккуратненько... Такие хрустящие должны быть. Ни туда, ни сюда, да? Хорошо, шо? И эх ты! Все прекрасно. А когда фасоля? Чуть позже. А что не сейчас? Вот давай я пока 15-20 подготовлю. 15-20 мяса вот так в томате должно побулькать. Пусть булькает. А что ты говоришь? А все? Я пойду Миланю покормлю. А, да, это же, ну, мать, ты понимаешь? Так сказал, как будто бы она я... Она себе... А я просто не понял, идет девочка, и как будто бы ты к ней обращалась. Ох, Сережка, Сережка. Я пошла. Марат, у нас даже лучше, чем в кинотеатре получилось. Обалдеть. Красота. А это... На солнышке, а? Как играет. Ты что, мексиканцы, берите на заметку рецепт. Ёлки ты палки. Прям прелесть. Марат, слышь, а ты что-то... употребляешь? А после болезни. Как? Я тоже. Нихера себе. А что у тебя там? Кипит? Что ты делаешь? Что? А? Пора кидать фасоль уже. Что ты там делаешь, ну-ка? Я не знаю. Марат, пора кидать фасоль. Катюня, отойди оттуда. Это тетя Соня. Марат, это не мое, это... уже совсем это тетя Соня. Дожился. До чего? Блин. Я думаю, что же он там сосет. Так посмотрите, как сосет. Нормально? Полбокала. Я хотел за твое здоровье, понимаешь? А, конечно, выпьем сейчас. Чтоб она не ругалась. Под блюдечко уже наше, мексиканское. Попей сколько короче, хочешь, господи, опейся. Серьезно? Да вон хоть всю бочку в себя влей. О, поддерживает меня ребенок. Да, Марат, я сегодня у тебя ночую. Папа. Да. С нами. Не, у Марата ты ночевать не будешь. Хватит командовать, я сам принимаю решение. Все, давайте, ребята. Ну, до 9 хотя бы. Да. Да. Так, шо у нас здесь кипит? Марат, Джан, высыпаем все остальное? Все. Ребята, из той банки, что мы там бурлили, мы все туда добавили. Немножечко подыграли остротой, и Марат добавил туда специй. Все. Осталось вывалить прямо с этим киселем, да? Да. Это тот случай, когда я говорю тебе не промывать консервы, да. Единственный, наверное, случай. Мараджан, возьми там правильную ложку из того всего ассортимента, потому что ты то, что взял для пробы, короче, никуда, кроме твоего рта, не вылазит. Ага.
удобную, изящную. Здесь столько, что можно... Ну, конечно, ёшкин ты кот, смотри, как она. И входит, и выходит, и выгребает, и высыпает. То есть не целый вечер заходит, выходит. А как это по-другому назвать? Чем подумать больше, скажи, пожалуйста. Да я вообще об этом не думаю. О чем об этом? Катя? А это у кого, что болит, тот о том и говорит, понимаешь? Я за еду, а ты мне за непонятно что. Так и я за еду. Оставь мне вот там чуть-чуть вот этой. Пожалуйста, ты человек голодный. Ну, мне захотелось пару фасолин. Потерпи. Я тебе оставлю. Хорошо, а то, что мы вот это вот делаем, ты что, не будешь есть? Она не сможет, я думаю. Да? Да прям, я люблю острое. Чего вы так говорите, Марат? Ну ты же еще кормящая мать. Ну так и что? И вы должны об этом думать. Тогда я думал, что надо было еще добавить. Остроты? Да. Марат. Сейчас мы все это перемешаем и попробуем. Ты что, всю фасоль на привозе купил? Ну посмотри, здесь сколько? Маночки маленькие. Сказал Марат. Ты меня оставил? Катюша, я могу тебе... А давай-ка ты успокоишься уже, на. Не-не-не, так мне не надо. Да чего ты? Да я так не хочу. Она запачкается, она вся в белом. Да, вот именно. Да я аккуратненько и сделаю так, чтобы все было нормально. Спасибо, Сережа. Что, полбаночки тебе оставят? Оставят, так. Чисто на покушать, да? Да. Вот так вот? Угу. Кочемарат, если не получится, ты знаешь, кому вопросы задавать. Да. Эх ты. Так, вот это вот надо слить. Я думала, ты уже подготовился. Вот в эту баночку. Тихо-тихо-тихо. Или не сливай. Это же вкусно пропитанное и... кукурузой. Все, а, так... Чтобы просто не чересчур сладкое не получилось. Раз. Сейчас проверим. Ты же видел, что сладкое и острое должно быть. Сладкое, острое и кислое. Освоились, да? Эй! О! Миланюшка! И дедушка нарисовался. Катюня! А ну сделай красиво. Вот это вот все... Тебе, да. Ох, чеснок первый вывалился. А гарнир никакой под это не нужно? Вообще, ты знаешь... Это и есть гарнир. Мясной. Подразумевается с рисом немножко, некоторые так любят. Но он настолько самодостаточный, что вот этот начер сейчас мы сделаем. И вот это вот все, это все будет сказка. О, вот. Слышишь, а гриль там пожарил уже то, что я хотел? А ну-ка. Ёшкин кот. О, точно, ты понял уже, как происходит? Все. Тортилья превратилась в начос. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну что? Маратик, это настолько приятно, что даже не хочется заканчивать его готовить. Хотя оно уже готово. Что, Сережка? Миланя, красиво? Смотри, засмотрелась. Даже детям нравится. Миланька, это очень красиво. Мне кажется, что сейчас такую картинку, что не только дети, сейчас и коты, и собаки все залипают в телевизор. Эх ты, давай насыпать, допробовать. Накладывать, извини. Будет Маратик. Что? Скажи мне, из ингредиентов петрушка, кинза, петрушка, уже кинза. Нарезали. Начос. Начос мы подбахнули. Бомби его дольками, Катюня, дай ему ножик. С кипками. А зачем лимончик? А немножко сбрызнуть. Там кислоты не хватает. Маратик, ты вот именно хотел, чтобы это был кисель стоячий? Да, вот да, оно да, уже да, да, затягивается да. до такой подливы, что это просто... Вот так оно и должно быть. Что это просто песня, а? Ты что? Ой-ой-ой! Лучшая консерва. А ну-ка, украсть, давай, уважаемых, угостим. Как там это надо делать? Раз, два. И лимончик? И лимончик. Вот так вот, да? Да. Я тоже неплохо украшаю. А зелень? Катя, молодец. Григорий Ефимович, вы прямо отсюда будете? Это можно взять начос, вот так вот. Тебя хочется целовать. И попробовать. А! Человек не пробовал, пришел. Не пробовать пришел. Что надо сделать? Попробовать. Но оно немножечко островатое. Должно быть, по крайней мере, чуть-чуть. Можно ложкой, можно вот так вот начесом. Мара, давай я сейчас там тоже нагружу. Там и... Там и фасоль, и кукуруза, и мясо.
И перчик. Все как вы любите, да. Все как надо. И подлива, и чесночочек. Вот нам... Ребята, ну у вас может быть проблема. Я а ну-ка. А так нам такие и надо, елки-палки. Мы знаем. Мараджан, ну ты же и нам украсть. Давай, чтобы тоже составили компанию. Сейчас и Леха мой придет. Все, сейчас. Леха не пропустит. Всю футбольную команду зовите, сейчас все будем пробовать. Я, говорит, объективный. Горячая, наверное, страшная. А вам дать попробовать? Попробуйте. Ну, только оно островатое, ничего страшного? Ну, остренькое. Марат, а ну сделай красиво. Остренькое хорошо. Остренькое хорошо. Чуть-чуть, да, чуть-чуть можно. Ну давай, я сейчас попробую. Чуть-чуть можно, дедушка тоже. О. Ну такое, бодрящее хорошо, как на Диком Западе, только в Одессе исполнили. Что, песня? Сейчас я еще... заворошились, ребята. Правильно, так и должно. Марат, рецепт работает. Он такой должен быть, он должен быть такой. Чем его запивать надо, Марат? Марат. Пивом. Я не знаю, ли она снимает, но я скажу даже на камеру. Ты знаешь, что? На здоровечко. Когда ты приехал только, ну еще так, сяк. А сейчас весь мир смотрит. Вы прославляете этот город, вы прославляете Одессу. Не просто кухню, люди, которые живут за рубежом, которые по 30 лет не отбыли, они хотят приехать сюда и прийти. Чего вы даете кусок души, перечисляете всем. С блюдами, с тем, вот с этим. Спасибо, это приятно слышать, знаешь, очень. При всем при этом, что я одессит и вроде что-то знаю, мне когда на душе тяжело, я смотрел только свое на молдаванке. Угу. А теперь я смотрю это, когда я их вижу. Кроме того, что я их вижу, я всех знаю, кому они ходят. Все родные, все любимые. Спасибо огромное. Спасибо за добрые слова. Эх ты, ребята, иммигранты взяли билеты и бегом в Одессу на покушать и домой. Хотя сюда уже попал и дома остался. Как в Одессе говорят, лох. Мне когда-то один человек, и молодым был, сказал: Гриша, я хочу быть все время быть лохом. У лоха есть деньги. Пусть я буду лохом, но с деньгами. Угу. Мы вчера вечером едем домой. И на светофоре один продает цветы. У меня женщина во дворе. Возьму ей цветы. Сколько стоит? Столько. Еще Леха говорит: ну один за счет этого мне. Мы уплатили. Я приехал, дал цветы, думает, утром спрашиваю, почем цветы? Ну, я уплатил 4 раза больше. Я говорю... Не, ну вы же торговали букетик себе один? Не, Леха себе. А, ну Леха себе. Так получается, это Леха? Счастливый человек с деньгами. С деньгами. Леха, иди попробуй. Не, иди, да, по-любому тебе надо. Ты еще не знаешь, что это такое. Ну так, перчу. О! А на перчик так аккуратненько подсаживаешься, потому что вот острое ешь, и все время мало, хочется вот добавить. Все блюдо на контрасте сладкого, острого, ага. Вот это должно взрывать. Катюня, а ты не знаешь, откуда нам с Америки семья Галкиных? Не знаю. Тоже одесситы, только не, как это, случайно уехали лет на 30, на 20? Не одессит, а Галкин? Он с Харькова. Галкин? Нет, за кого-то. Нет, у меня подписчики есть Галкины, тоже живут в Америке, не знаю, где там, на Брайтоне или где-нибудь еще. Короче... Так, вот это не острое. Они нам сейчас 25 соусов, лучшие в Америке, собрали посылку, и она аккуратненько до нас забирается. Вот там едет острое. Здесь мой телефон. Если тебе кто-то хочет что-то передать, да? Дай мой телефон, и я знаю, как быстрее доставить. Вот что. Галкины, ловите телефон. Хотя не, уже посылка едет. Спасибо всем огромное, спасибо. От души. Мы на связи, приедете, заберете. Давай, поцелую. Все. Но сейчас уже не могу. Да, сейчас уже нельзя. Не воздушный дай. Скажи, Ефимыч, оп, лови счастье. Ты что, мы еще не попробовали, но удивили уже почти всех. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, Марат. Добавку не надо. Слышь, я что хотел сказать, на коня, я же, блин, книгу имею счастливую свою, елки-палки, пой Одесса, я так и не спел. Скажи мне, сейчас я быстренько скажу. Так как Марат на правах кого? Вновь прибывшего тебе выбирать. 80-я или 109-я? 80-я, да. Ху ты, елки-палки. Мурка. Вариант мое. Прибыла в Одессу банда из Амура. В банде были урки шулера. Банда занималась темными делами. И за ней следила губчика.
Эх, Мурка, ты мой муреночек, Мурка, ты мой котеночек, Мурка, Маруся Климова, прости любимого. Ладно, ты выиграл, давай 109-я. Не, ну это твоя родная, елки-палки, здесь даже немножечко на идыше написано. Друзья, купите папиросы. Ночка темная и туманна, все кругом темно. Мальчик маленький мечтает только об одном. Где бы можно приютиться или Богу помолиться. И поет на языке родном. Ах, Ковче, Ковче, папиросы, Конземир... Солдаты и матросы. Не, давай ты по-своему пой. Подходите, пожалейте, сироту меня согрейте. Посмотрите, ноги мои босы. Короче, так такие. Ладно. Сегодня под мексиканское блюдо прекрасное настроение. Эх, ты дом на Беломорро, потом споем с тобой полноценные куплеты. Давай попробуем. Ёшкин ты кот, ты шо? У меня уже начо аж растаяло. Марат, сладкое, кислое и... Я еще не пробовал. Ёшкин кот, ты шо? Вот это агрегат получился. Именно хорошо, хорошо, хорошенечко. Твоя мама это будет кушать? Нет. Вот ты спросишь у моей мамы. Можно было даже еще пастой. Добавьте вон там, Марат, у него банок вон сколько. Что, да? Это очень вкусно. Это очень вкусно. Это прямо... Тебе не прямо... остро, Сереж? Катюша? Если тебе не остро, то мне точно будет не остро. Вот в меру шикардос, ты понимаешь? Угу. Это если просто ты еще кушаешь, какой-то... значит, класс, я смогу. Марат уплетает за обе щеки. По губам он, по усам течет. Да? Да. Аж забыли, как разговаривать. Че? Слышь, не сопли, уже хорошо. Сейчас меня это пробьет вообще. Даже если какая-то бацилла в моем организме одна осталась, она сейчас добьем ее кедрофене. О, хорошо. Ребята, пробуйте готовить вот это прекрасное блюдо. На самом деле, это очень вкусно. Вот ты первый раз ешь, как тебе? Я всегда давно мечтал. Смотрел там эти фильмы, как они там, эти дикие ковбои на костре, короче. Готовят что-то сопливое, короче, с этой фасолью. И сам, походу, нет-нет, да и стал ковбоем. Очень вкусно. У тебя сегодня будет Змей Горыныч. А, я с ним так и живу, Марат, все время. Да? Со Змей Горынычем. А я как это? Чтобы не обжечь ее, лицом к ней повернуть. Я просто это я репетирую и готовлюсь к посылке. Та, что едет от семьи Галкиных. Вот там будет мама дорогая шо. Бомбически вкусно. Друзья, это очень вкусно. Это бесподобно вкусно. Это просто... И все. И она уже стала острота такая контролируемая, приятная. Да, на второй тарелке. Нет, главное не останавливаться. Слышишь, просто надо ешь, короче, ешь хорошо, но останавливаешься, все. Прямо Дон Дракон какой-то получаешься. Я попробую без видео. Вот не надо мне сейчас ничего никуда засовывать. А раньше она по-другому пела. Старая, наверное, стала. Не дай бог. Нормально? Марат Джан, с возвращением. Спасибо. Друзья, я от всей души, с лучшим настроением для вас сегодня. Эх, ты исполняли что-то такое за дракона. Прекрасное блюдо, одно из моих любимых. Марат, ну и пел Одесский Липован. Всем пока-пока. Чао.